Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Максим, и я хочу представить вашему вниманию самые яркие моменты за вторую игровую неделю легендарного дивизиона. Поехали! Давно говорим о том, что EvoStation — это прям игрок-убежище. Он очень много играет, я не знаю, или много клатчей дает на убежище для своего коллектива. Неоднократно мы с вами становились свидетелями раундов 1 в 4, 1 в 3, 1 в 5 даже было дело план. О, план, где EvoStation разыгрывал. Но здесь Фрид идет казнить, даблкил на ровном месте. Пока терпит, дождался смещения от лапы. А Вейзик пустили на бетон. Вейзик, по спине попасть! Ну, вроде бы смог. Благо, сейчас успевают они хотя бы бомбу поставить. 15 на 1 идет на выбивание, плюс закрывает Радина параллельно. 15 на 1. Надо немножко пожить по-хорошему. Он сейчас погибает. Ситуация 1-2 для Вейзика. Портере ХАЕ. Рандома. Подруга. Получает также по голове. И 1-1 ситуация для Вейзика. Он может отойти и поиграть, наверное, с ямой, но опасно будет разыграть. Но уже плюса подпустил в упор. 17 хп остается ровно на одну тычку осталось теперь. На дуалах или у него не вроде бы были, но окей. Вейзик слышит, выжидает тайминг. И выходит. Ну сейчас просто разминирует или что? Ай-яй! Железные нервы, и он тянет этот раунд и тащит. Минус BLTNT, и остался Ахмед. 31 хп, ну пачка имеется, рабочий. Уже все это дело слышит, так что... Ахмед, выход на чек. Я так понимаю, он не видел, да? Вейзика так просто на шару дал прострел, но пачка неплохая. Времени хватит. Появилась информация. Должно. А хотя... Нет, нет, лапа, беги! Текай, лапа! Бомба будет установлена. Плюс и Ахмед вдвоем против четверых, но по Ахмеду такое ощущение, что уже есть информация. Раньше времени открылся на перестрелку. Плюс пытается еще его как-то засейвить, но там Ахмеду, по-моему, сейв не нужен. Он просто соло врывается на перестрелку. Что происходит? Плюс находит даблкил, Ахмед трипл! Как они это разнесли? Ну, я так уверен, идет уже на сторону длины, там халдроп раскид ХАЕ от него сейчас просто может быть массовый. На ней забирают одного, забирают также омки. Размял его? Что такое? Испугался, на испуг просто присел и случайно ЛКН нажал. Вот как-то вот так вот, наверное, было. Но пойдет на выбывание, игроки атрибут пролетят ХАЕшки. И от плюса тоже пролетит, и может быть массовые. Минус Вори. Ластейшн еле живой. И вдвоем с одного дверного проема полетят ребята. ХАЕшка залетает. И от плюс этот раунд еще, наверное, и затащит. И Вестейшн последний 30 хп у обоих. 20 секунд. Нашивы. Чьё кунг-фу сильнее, плюс один. Еще находится в ожидании Парамора, но только отвернулся, и Парамора выходит на пик. Ну, идеальный тайминг, и Дазл ставит фугас под Альфой. Но и здесь уже на него ведут охоту. Дазл минус по Стефана, можно еще двойку отключать. Там находится Посейдон, но попробуй до него доберись. Хотя у Дазла, в принципе, хелсбар довольно рабочий, он может играть еще. Он его съешки взорвал! Дазл, а не водит! Что ты делаешь? Ну просто убивать соперника, да, ну... его же оружием, типа Дазл. По переулку, плюсом информация по миду, и как-то в считанные секунды падают два игрока атаки. Лос разменялся, отлично, остался один на один против здешнего, и по нему накидывает дэмэдж. Итак, Лакост подъем на мост, и агрессивный выход замечает Возиков. Пара выходящий дает ему пачку, там Радина нашел, его закрывает, да еще и Фрида убивает, всех убил. А на этом все. Подписывайтесь на наш паблик ВК, участвуйте в турнирах и выигрывайте. Арена ждет своих призеров. До следующей недели. Пока.